Стучите, и вам откроют. Зайди, смотри, сколько там мусоров, я тебе говорю. Будем писать скаргу в прокуратуру, в ЮМУ, в начальник. Так якось предварительно представиться. Дома, я это снимаю, потому что... Одинокий волк. Да, рейнджер. А их так много было, в этой стране. Кобра. Пять инспекторов. Сейчас, давайте ты. Сейчас. А с какой целью был сооружен вот этот поставленный палатку? Свитер был. Здравствуйте, а вы милиционер? Да, свитер был беленький газом. У меня есть свитер. Здравствуйте, извините, вы милиционер? Ну, что такое? Вы замерзли? Представлялся сотрудником податковой. Податковой милиции, да? Но сейчас вот вы молчите, да? То есть вы не согласны, наверное, что есть подробитный... Шеврона нету, да? Палка есть? А где база? Палка есть, шеврона палка. Работник милиции, да, вроде бы? Похож. Конечно, не соответствует. Спросим у настоящих... А можно ответственно, вот ответственный приезжал товарищ подполковник по Голосеевскому райотделу, может он зайти? Кто может этому человеку как бы попросить его удостоверение показать или что-то он ответит? Старший по званию может попросить. Вот подполковник стоит. Пускай попросит. А подполковник как раз ушел. Давайте, ушел. Человек смотрит. Скажите, пожалуйста, а чем предусмотрено? Вообще непонятно, кого находится. Спасибо.
получается. Вот закрыт. Забери все. И до кобра. Сейчас это узнаем. Нам нужно мама, наверное, или бабушка ему сказала. Туфли были непонятно какие. Шапка гражданская. Я заподозрил, что это не работник милиции, попросил его предоставить документы. На что он мне сказал, что документы находятся на посту, давайте пройдемте. И впоследствии он скрылся вот этой палатке. Вот, вот в этой? Да. Два часа мы ждали. Мы вызвали, позвонили на 102, приехала ППС. Они зашли туда, где-то полчаса с ним решали вопрос, так он и не вышел. ФБС сказала, что мы не можем ему приказать, потому что он майор, а не только лейтенант, и прапорщик приехал. Так, а что это за палатка? Это пункт обогрева. Я ставлю, что это пункт обогрева. Потом приехала следственная оперативная группа, просила из этого видео. У меня три видео были. Я подозреваю, что это человек не работник милиции. Просто переодет. Да, вот это реакция. Ну, они приняли заявление, то, что они были должны сделать, но пояснение его они не брали. Во всяком случае, приняли. Вот он идет. Да, вот он идет. Просил, как бы, действительно, он забыл удостоверение дома, машина не падает. На вопрос как бы не падает. Вот и все. Потом... Все-таки дома, да? Юрий Витальевич. Сейчас. Юрий Витальевич, давайте, Дэвид. Да, я здесь. Идите, я вам расскажу, да. Ну, на камере да, ничего, давайте. Потом. Я не с милиции, я глаз. Я без камеры. Да подожди, подожди, сейчас дымит тут. Смотри, как он гоняет. Юрий Петрович, дивись. А там это пункт чего? А вот это там будет лево? Это не тебе. Почему такое количество работников милиции находится на КП? Чтобы помогать людям. Чтобы помогать людям. Были морозы, все видели, что были морозы. Было 20 человек на КП. Почему 20 работников милиции находятся на КП? Скажите, пожалуйста.
хотя бы можно сказать? Так это мой сын. А как его зовут вообще? Кто? Ну, если он забыл дома, вы знаете, кто это? Это дезинфицированный. Даже вам говорю, уже погибло 3 сотрудника. Это идентифицированный сотрудник? Да, идентифицированный. А почему так форма так странно была? Кто он? Я же вам сказал. Это вас спрашивает? Я же вам говорю, никаких территорий я даже не слышу. Ну, а что вы делаете со мной? И нет. Ну, вы же не будете отвечать, кто это человек, который... Потому что пресс-центр дает все комментарии, понимаете? Что это за человек в форме милиционера бегает здесь? Ну, тут есть... Исполняет служебные обязанности. А что человек с какая служебная обязанность? А как он докажет? Особенно в Украине. Почему? Потому что... Подожди. Подожди. Стой, стой. Пошли, пошли с побратами. Чего без причины останавливаете, а? Ну, за что остановили вас? Это вы интересуетесь? Так 63-я диаграмма, вы по судовому особо. Вы сейчас не кризинируете по судовому особо. Вы не знали? Вы хотите оспорить мои действия? А я вам... Пошли, там пустили. Там пустили. Все. Да я верил, что вы гражданин Украины. Да? Нет, я это верю, что мы пустили. О, пустили, слышишь, пошли. Не, нам только что сказал, нам только что сказал, что это пункт обогрева. Пожалуйста, руки уберите, пожалуйста. Это пункт обогрева. Нам только сказал, вот это Голосеевская. Не-не-не, вы можете руки от меня убрать. Это пункт обогрева. Отбежите. А там это. Не ты, а вы. Пойдем. Рейд. Украины общается. Поднимите, пожалуйста. Хоть чуть-чуть уважения у вас есть, граждане Украины. Мы видим неадекватную реакцию работника милиции. Или вроде бы работника милиции. Даже мы еще даже не можем
Мы хотим вам напомнить. Что... Виновата я. Сейчас вы остынете, я не трогаю. Сейчас остынете. Вы расскажете никому. Да. Чем извиняемся, что мы не поведили? Да, мы извиняемся. На прощание сделали. Хорошее прощание. Спасибо. Спасибо, извините, пожалуйста. Это техника безопасности.